41 двор ремонтируют в этом году в столице республики по муниципальной программе развития транспортной системы. Часть из них уже готова. На один из объектов съездила наша съемочная группа. Вытащить велосипед без помощи взрослых под силу даже такой крохи. Вместо ступенек – небольшой склон. Ремонт около 27-го дома по проспекту тракторостроителей сделали месяц назад. Подрядчик заменил бордюры, уложил новый асфальт и дал гарантию – 6 лет. Если что-то, конечно, возникают какие-то вопросы, да, связанные именно с гарантией, то мы незамедлительно там выезжаем и устраняем эту неисправность. Как бы. Технадзором как бы все было принято, все подписано, как бы администрация у нас все это приняла, как бы, и то есть все нормально, замечаний нет. Замечаний нет и у местных жителей. Они внимательно следили за ходом работ. С подрядчиком работали с первого дня. От подрядчика узнали, что по проекту нету бордюрных камней, с другой стороны. И поэтому внесли дополнение, решали вопрос с жилфондом, с администрацией города, с администрацией Калининского района. И все-таки включили, мы дождались. Мы очень благодарны. На ремонт чебоксарских дворов потратили 25 миллионов рублей. Все работы завершат к юбилею столицы. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.